Строительный час прошел в Ярославле. Зампред областного правительства Виктор Неженец встретился с представителями компаний-застройщиков. Говорили о готовности банков к вступающим в силу изменениям в федеральном законе. С 1 июля этого года меняется схема долевого участия в покупке жилья. При оплате квартиры в новостройке люди отдают деньги в банк, и финансовая организация блокирует эти средства до окончания строительства. Так планируется защитить покупателей и решить проблему обманутых дольщиков. Чтобы застройщики, которые сегодня трудятся на территории Ярославской области, а это примерно 120 застройщиков, которые возводят 269 квартирных домов с привлечением средств участников долевого строительства, чтобы не только они сохранили те темпы строительства и ввода объектов, но а еще и приумножили, потому что у нас стоит задача, поставленная президентом страны, чтобы к 2024 году темпы строительства всего жилищного строительства составили 120 миллионов квадратных метров жилья. Территория региона – это 1 140 000 квадратных метров. Закон своевременен. Он давно, наверное, необходимо было к его введению. Существует множество проблем. В первую очередь, это проблема непосредственно финансирования строительства. Я очень надеюсь, что вот такие совещания, как сегодня, они помогут всем участникам процесса договориться, что-то обсудить, выговориться и сделать, и пойти вот к применению этого законодательства, все-таки с более понятными, четкими, эффективными планами работы.